Огромный привет подписчикам и новым зрителям на канале. Сегодня я наконец-то дождался посылку из Пандау. Это Покафон F1, который я купил примерно за полцены. Давайте посмотрим, что пришло за эти деньги, за смешные. Правда ли там Покафон, глобальная ли версия и вообще в каком состоянии смартфончик. Первое, что приходит на ум, это то, какого опять черта вы Пандау не упаковываете нормально смартфоны. Никаких воздушных подушек нету, то есть абсолютно какая-то чмошная пупырочка, и она не защищает телефон абсолютно, то есть вот тут вот есть какие-то повреждения на пакете. Соответственно, то, как доставляет посылки наша Почта России, мы все прекрасно знаем. Коробка может быть убита просто в хламину, это неприятно. Обычно я заказываю смартфоны на обзор и потом их продаю. Соответственно, побитую коробку никто купить не захочет. Давайте вскроем и посмотрим, что там. Так, я вижу, что телефон у нас запечатан в пленку. И да, ребята, это глобальная версия Покафон. На канале уже есть впечатление о нем, но давайте еще раз взглянем. Все-таки распаковки такой не было, прям полной. Ну и смартфон с Пандау, мало ли, вдруг какие там есть сюрпризы. Сразу бросается в глаза расцветка коробки, она очень интересно выполнена. Не в красно-белых тонах или просто в белых, как обычно у Xiaomi, а в таком черно-желтом цвете. Наверное, этим самым они хотят подчеркнуть то, что Покафон это как бы уже не Xiaomi, это другой бренд, и давайте к нему относиться иначе. На самом деле, все мы прекрасно понимаем, что это те же самые абсолютно Xiaomi, как сейчас новая линейка Redmi будет отдельно от Xiaomi. То есть это просто суббренды, дочки компании Xiaomi. Так же, как у нас обстоят дела с Honor, например, у Huawei. Они усердно везде утверждают то, что это две разные компании. Но на деле абсолютно иначе все происходит. Открываем коробку. Та-дам! Очень нарядно выглядит желтый цвет, реально так прикольно по-спортивному. И мне интересная мысль пришла на ум, что Покафон F1 это идет ассоциация с Формулой 1, потому что там же везде идет рекламная кампания типа Master of Speed и все такое. Мне кажется, что в этом есть какая-то такая связь. По-моему, никто из обзорщиков об этом не говорил. Когда его берешь в руки, абсолютно не складывается впечатление, что это какая-то бюджетка. Конечно, это не бюджетник, 20 тысяч как-никак он стоит, но давайте честно, 845 Snapdragon за эти деньги, это бюджетно довольно-таки. И вот, когда берешь его в руки, складывается такое офигенное ощущение, что это какой-то супер такой дорогой гаджет. Реально, нету впечатления о том, что это какой-то пластмассовый дешевый корпус. И знаете, я вот честно скажу, корпус, например, у Redmi Note 5, у которого металлическая пластинка, как вы знаете, выглядит дешевле. Вот этот корпус, он такой классный, прямо его хочется трогать. И вот первый раз, возможно, я на этом не делал акцента, но сейчас реально вот под вот этим хорошим освещением я могу сказать, что телефон офигительный вообще. Давайте включим его, посмотрим на скорость включения. 845 Snapdragon пока еще остается самым быстрым, но уже там подоспели телефончики на 855. Но все мы прекрасно знаем, что 845 будет еще очень долго актуален, и, соответственно, также актуален будет Покафон F1. Все, он включился. Я даже не успел фразу договорить, как телефон уже запустился и готов работать. Как ни странно, он у нас идет на MIUI 9. Это можно назвать как минусом. Да, короче, это можно и назвать только минусом. Потому что я считаю, что данный телефон могли сразу на MIUI 10 адаптировать и выпускать. Потому что к тому моменту MIUI 10 уже давно была. И, соответственно, не было бы каких-то неудобств. Потому что, к примеру, вот когда приезжали первые версии этого смартфона мне, я столкнулся с такой проблемой, что, например, каких-то приложений просто нету на MIUI 9. Вот эти уродские шрифты, которые тоже не адаптированы под кириллицу. Ну и вот эти вот моменты, они, конечно, не очень приятны. Поэтому я бы на их месте, конечно, подзапарился. Но, видимо, телефон выпускался в спешке, потому что он как бы должен был взорвать рынок. Возможно, идея была свежей. То аналогов таких нет ни у кого еще за такие деньги на таком железе. Поэтому, соответственно, они торопились и, наверное, решили, что, а, ладно, главное, железо в порядке, а прошивочку мы допилим позже. Итак, запуск. Посмотрим, как он быстро загрузит операционную систему. Первый запуск. Обычно у Xiaomi он занимает некоторое время. Ну, конечно, я говорю сейчас о бюджетных редмиках, а Покафон справляется, наверное, быстрее с этим. Все, активация прошла. Я специально не делал никаких перемоток, и в реальном времени мы все с вами прошли. То есть телефон реально очень быстрый, и свое название он как бы оправдывает. Это реально Формула-1.
Что по поводу оболочки? Они немножко изменили ее. Тут стоит лаунчер Poco. Его, кстати, вы можете скачать на любой Android смартфон. Он доступен в Play Market. В принципе, очень приятный лаунчер, приятная оболочка. Можно сказать, это допиленная MIUI-чка. Давайте глянем, есть ли обновление прошивки для данного смартфона. Доступно ли сейчас для него MIUI 10? Странно, он нам говорит, что обновления не найдены. Соответственно, видимо, MIUI 10 все еще нету на Pocophone. Я не понимаю вообще, что за бред, что за шутки у них такие. По-моему, это ненормально. Давайте посмотрим дату выпуска конкретно этой модели. Это 11 месяц 2018 года. Я думал, он уже должен на 10 MIUI идти, потому что прошлые Pocophone мне приезжали уже давненько. И, блин, я думал, ну к этому моменту-то должны допилить. То есть вот это, конечно, косяк полный. Покупай после этого глобальные смартфоны. Например, купив китайский Mi 8, мы могли накатить на него, например, какой-то кастом, у которого бы работал NFC и был бы русский язык уже, и последняя самая MIUI адаптированная. А здесь мы получаем как бы глобальный телефон, но при этом на MIUI 9. Ну, не знаю. Xiaomi, давайте там как-то подтягивайтесь, что ли, это, по-моему, не очень круто. Хотел бы сказать спасибо, ребята, всем, кто пишет комментарии и подписался на канал. Это очень круто и очень приятно, что действительно вам интересно то, что я делаю. На канале будет еще очень много крутых роликов про различные гаджеты, смартфоны. И можете посмотреть ролик, который я недавно выложил про посылку с Пандао, смартфон, который пришел с браком. Напишите мне в комментариях и посоветуйте, что делать в такой ситуации. Спасибо всем большое за просмотр. Всем хорошего дня и настроения. Пока-пока. Yeah. Do you need me like I need you? Do you feel the things that I do? I don't know if it's love, but it's just a fucking feeling that I couldn't even live without you.